Всем привет и поздравляю всех с наступившим Новым годом! И наступило время снимать нашу уходовую косметичку и ночной девочке в цвет праздника, в цвет елочки со своего любимого шампуня от Hawaii для обычных волос, для, как говорится, блеска с алоэ вера и зеленым чаем. Давно, девочки, вы не видели у меня его в косметичках, так как у меня были разные другие шампуни в уходе, и я не показываю то, что я уже, как говорится, да, в прошлом месяце брала в уход, я не показываю, только показываю то, что я добавляю. Поэтому идет мой шампунчик, и тут, девочки, ни мало, ни много, 700 миллилитров, то есть это большой объем. Вот, хватает надолго, и у меня где-то уходит 2 шампуня на 1 кондиционер. Кондиционер у меня пока что еще есть, поэтому я его не добавляю. У меня, честно говоря, его даже в наличии нет, надо пойти и купить. И все время, девочки, я вам показываю свою жидкость для линз от Renew Bounch and Lump. В пустышках, но никогда не показываю, когда я вам беру это в использование. Вот так вот выглядят эти банки по 360 миллилитров. Я покупаю в упаковке из 3 на всех языках, на русском, здесь на украинском, на иврите, на английском, даже на 4 языках. Вот. Очень люблю эту жидкость, все время ее беру и буду брать. Следующий мы взяли вот такую вот полоскалочку для рта. Это уже от Orbitol. Обычно мы берем от Aquafresh, да, или там что-то было Spa Pharma. Кстати, наш магазин Spa Pharma накрылся. Не знаю почему, были там очень хорошие продукты, по очень хорошим ценам, выгодным, но, к сожалению, его закрыли. Очень интересная такая бутылочка, прямо же выбито название. Вот. И тоже тут 500 мл, хватит намного. Беру в использование Yves Rocher, вот такую вот лимитку, не помню с какого года, с красным яблочком, 200 мл. Девочки, откопала его в своих запасах. Почему? Потому что я вижу, что он уже не новый. То есть я уже им пользовалась или я отливала его своей подружке. Вот не помню. Очень приятный, очень такой нежный аромат. Вот видно прямо, сколько его, да, нет. Я, видимо, сделала отливантик подружке и забыла про него. Поэтому хочу взять в использование. Особенно сейчас такое красивое оформление. Как раз Новый год. Такое все светленькое, красненькое, зелененькое. Красота. А также девочки нам подарили вот такой вот написано мыло, да, написано мыло, обогащенное витаминными шариками. Но мне такое ощущение, девочки, что-то, знаете, видите, какое густое, как более такое, как скраб, что ли. Короче говоря, когда мы попробуем, я вам расскажу свое впечатление. Это наша местная фирма. Сколько у нас здесь миллилитров? 250. Попробую и расскажу вам свое впечатление. Вполне возможно, что оно просто такое плотное. Запах очень приятный, такой нежненький. Будем пробовать новинки. Новиночки, подарочки от Альмиры. Огромное тебе спасибо. Также это лимиточки к Новому году. Смотри, какая красивая красота. Lovely Moments от Faberlic. Гель для душа «Карамельное настроение» и гель для душа «Bubblegum». У обоих шикарный запах и реально напоминает карамельку. И такой легкий bubblegum, кстати говоря, не душащий. То есть вот я нюхаю с бутылки, да, оно не душит. Оно вот имеет просто такую вот приятную отдушку, что это немаловажно. Я думаю, ребенку тоже будет очень приятно пользоваться такими геликами. Он любит у меня все мне помогать и все тестировать. А также ему вот такой вот шампунчик и гель для душа 2 в 1. Но мы сначала попробуем как шампунчик, как говорится, да, посмотрим, куда нам больше понравится. Космос ждет новых героев. Тоже очень симпатичное оформление с такой ракетой. Класс. Я написала от возраста 3+. Почему от 3+? Они же его не кушают. В следующем беру также подарочек от Альмиры, вот такую вот парочку. Шампунь и кондиционер от фирмы Conner. Девочки, для меня это новинка. Будем пробовать впервые, да, а он еще зафольгирован, давайте откроем. А вот такого чисто беленького цвета, это на что, кондиционер. Мы любим с мамой тестировать. Вот шампуни и кондиционеры мы больше с мамой как бы тестируем. А вот гели для душа уже потихонечку мои дети помогают мне. Раньше они были более такие консервативные, они хотели только пользоваться своим мылом от Beauty Care. Сейчас немножечко уже начинают
мне помогать. Так, а тут такой более прозрачный беленький шампунчик и кондиционер более плотный. Обязательно попробуем и уже расскажу свое впечатление о пустых баночках, так как, девочки, тут написано профессиональная линейка. Не видела даже, чтобы у нас такое продавалось. Мне интересный вариант. Добавляю две пасты. Вы у меня уже их видели и не раз. Так, вот эта паста была куплена, я не знаю, сколько, 10 упаковок, что ли, в одном таком свертке. А вот эти были, по-моему, 5 на что-то. Опять же, с одной стороны нас много, пасты быстро идут, а с другой стороны, да, никто это... Почему показываю, не показываем в пустышках? Потому что у нас каждый выбрасывает... То есть как бы не сохраняются. Вот кто закончил пасту, тот и выбросил. Поэтому показываю вам только в уходе. Местных девочек, да, вот такие вот падики от фирмы Life. Раньше они были 3 по 120 штук, а теперь уже 3 по 180 штук. Почему? Потому что это органические падики. И но цену оставили то же самое. Написали органическое, сократили количество падиков. Вот, хочу попробовать посмотреть их, потому что предыдущие от Life мне очень нравились. Они как бы не размокают, не расслаиваются, очень классно, но тем не менее еще каждый падик можно разделить напополам, если вам, как говорится, есть такая необходимость. В следующем беру в использование две новиночки для меня. Также подарочек от Альмиры, один кремик от ТНД, алоэ вера, восстанавливающий крем для рук. Хочу попробовать, посмотреть, как он. Тем более сейчас у нас зима, как бы холодно. Крема больше идут, хотя у меня летом тоже они прилично израсходуются, но сейчас почему-то мне хочется больше пользоваться. И вот такой вот кремик от чистой линии, 97% сока алоэ. Крем уход для рук, интенсивное увлажнение, легкая текстура, единичка. Кстати говоря, люблю продукты, которые не жирные, а знаете, такие, что... И питают, и быстро впитываются, что нет вот этой вот жирности, липкости на руках. То есть можно дальше продолжать свои какие-либо дела. И последним, что я беру, от фирмы ТНД, кремовые масочки, ночные масочки, то, что я люблю. Сейчас я вас особенно чередую. Вернулась к своим кремам на ночь, возвращаюсь к своим масочкам. Молодость кожи и защита, это с виноградом. А тут крем-маска с зеленым чаем. Увлажнение, тонус и энергия. Кстати говоря, я вам хочу сказать, что пакетики сами по себе большие. То есть там продукта ого-го. Да, то есть если наносить его, знаете, как бы жирным таким слоем, именно как маску, чтобы потом удалять остатки, то, может быть, вам хватит и не на очень долго, скажем так. Но я люблю наносить это таким тоненьким слоем для того, чтобы... Тут сколько получается? 18 грамм. Ого! Тут реально очень много. Люблю наносить тонким слоем, вот как ночной крем, для того, чтобы потом уже ничего не удалять. И, кстати говоря, все вот такие маски, что, да, которые я наносила тонким слоем, утром еще встаете, и вы их еще ощущаете на лице, когда умываетесь. Поэтому они никуда не деваются, и, на мой взгляд, они работают не хуже того, если бы просто нанести это как маску и оставить там это толстым слоем. Вот такая вот небольшая косметичка у меня получилась на январь месяц. Понятное дело, что это не все. У меня что-то осталось еще с предыдущих месяцев, то, что я добиваю. Но то, что я добиваю, вы уже увидите это в пустышках января и следующих месяцев. Да, люблю набрать много в последнее время для того, чтобы был выбор. Я все чередую, я не тороплюсь, знаете, закончить один продукт и потом открываю только второй. Я люблю, чтобы у меня было несколько гелей в использовании, несколько шампуней, несколько кремов, чтобы я могла чередовать и получать от этого удовольствие. И также то же самое с зубными пастами. У нас открыто от 2 до 5 разных видов. Для того, чтобы был выбор. Иногда хочется такое, иногда хочется такое. То же самое с кремами для рук, для лица. И в последнее время я также благодаря подарочкам начала и чередовать шампуни и кондиционеры. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Всем до новых встреч. Пока-пока.